личный состав учебного центра построен для торжественного выпуска спецкурса. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ генерал-майор! 123 теперь уже бывших слушателей Центра профессиональной подготовки имени Героя России майора милиции Валерия Тинькова в последний раз вышли на плац, чтобы услышать слова наставления своих педагогов и почетных лиц, которые были приглашены на торжественный выпуск курса. Росгвардия, ОМОН, СОБР, их призвание – Родину защищать. Здесь я познакомился с хорошими людьми, набрался опыта. Есть очень хорошие преподаватели, у них очень большой опыт, хорошее обучение. Они нам отдали все, что у них было, все нам, они нас вложили. Все это интересно, это как бы душа мне к этому лежит. Как бы это наша работа, наш труд. Как бы за благо добра мы здесь трудимся и работаем. Символично, что очередной выпуск в Центре профессиональной подготовки в этом году совпал с днем выпускного вечера для 11-классников Ленинского района. И как школьникам предстоит вступить во взрослую жизнь, так и эти курсанты открывают новую дверь в своих судьбах. Этап непростой, ответственный. Они стали людьми, за спинами которых мирные люди могут чувствовать себя в безопасности. Могу пожелать им твердо и четко защищать границы Российской Федерации. Как внутри страны, так и ее за пределами. Вместе с тем, в этот день на территории учебного центра открыли аллею героев, погибших при исполнении служебного долга на Северном Кавказе, которые были нашими земляками, жителями Московской области. Выпускники и гости возложили цветы к мемориалу, где указаны имена всех, кто отдал свои жизни во имя добра и мира. Чтобы эта аллея не становилась больше, чтобы все-таки мы с вами жили в мирное время, чтобы те герои, которые у нас есть, мы равнялись, конечно же, на них и доносили это до самого главного, до нашего подрастающего поколения, до наших детишек, для нас, для молодого поколения, чтобы мы больше об этом говорили, наговорились с точки зрения того, что это наши защитники, это наше чувство патриотизма. Непременно аллея героев должна стать для слушателей центра напоминанием об отваге и героизме их коллег и быть хорошим примером того, как надо защищать Родину. Юлия Погосян, Данил Свидерский, Евгений Садовский. Видное ТВ.